Друзья, всем привет! Давно у нас не было обзоров на паракорд, вот, поэтому сегодня у меня наконец-то дошли руки до паракорда. Мне прислала компания про паракорд несколько своих образцов на, так сказать, на тест, на обзор. Ну, они даже не просили делать какой-то видеообзор, они просто им интересно мое мнение и прислали мне несколько моточков своего паракорда. По ссылке три цвета мини-корда, один паракорд 750 и все остальное паракорд 550. Итак, собственно, вот все, что прислали. Смотрите, такой вот мини-корд. Что-то еще видел. Вот еще мини-корд. Такого классного неонового цвета мини-корд. Так, по мини-корду вроде бы все. Мини-корде у нас три капроновых нити внутри. Соответственно, в оплеточке. Ну, достаточно толстый. Вот. И если сравнить его, например, с Guardian, с компанией Guardian Paracord, то он потолще. Вот, например, черный от Guardian и оранжевый от Procord. В Guardian у нас сейчас посмотрим тоже три капроновых ниточки. Вот. И здесь три капроновых ниточки. Но здесь прокордовские нити капроновые, они помощнее, потолще, чем в Гвардиане. Вот. Плюс они вот, я на них сейчас смотрю, они еще и разные по диаметру. Так, сейчас покажу вам поближе, если видно. Две из них вот эти вот толстые, и вот это немножечко тоньше. Я не знаю, для чего они так делают, но факт остается фактом. И, соответственно, поэтому сам мини-корд толстый. Вот. Красный и зеленый такой же толщины. Я не особый фанат мини-корда, поэтому как бы говорить о том, то, что насколько он хорош, ну, я не могу ничего сказать. Гвардион мне нравится больше, потому что он потоньше и более изящный, что ли. Вот. А если кто-то работает с мини-кордом, если вы берете прокордовский, получается, мини-корд, то вам уже надо будет адаптировать свои плетения под эту толщину. Корд 550. Такой вот красно-зелено-черной расцветочки. В принципе, сама расцветка мне нравится. Ну, это прикольная штука. Сфокусируемся, давайте на ней. Так, смотрим, что внутри, опять же. По оплетке, сразу тоже скажу, по тактильным ощущениям, в принципе, он достаточно неплохой. Бывает хуже. Никаких заусенцев или чего-то такого кривенького в самой оплеточке я не наблюдаю. Он красивый, аккуратный, нормальный паракорд. А внутри у нас вот такие вот капроновые нити. Я бы сказал, неровные. Смотрите, да, как будто бы тетя накрутила бигуди. Как-то вот они очень кривенько смотаны. Вот. И по количеству их раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Тоже есть тут, например, одна ниточка плотная и нормальная. Вот эта вся кривая. Вот. Следующая так себе. Вот это вообще какая-то, как будто ее ломали. Вот. И, собственно, не 7 нитей, как мы привыкли, да, в стандартном паракорде, а 8. Может быть, и не стоит заморачиваться, 8 их там внутри или 7. Вот. Главное, что снаружи корд прикольный. Так, давайте попробуем его оплавить, посмотреть, как он плавится. Ну, кстати, плавится нормально, он не горит, лучше, чем какой-либо Китай.
Так, едем дальше. Дальше у нас что? Тот же самый корт, но уже вот в такой расцветке. Давайте, ну, попробуем его тоже открыть. Вдруг там внутри что-то другое. Тех же 8 нитей, собственно. Но прикольная такая расцветка. Такая есть расцветочка. Смотрим, что внутри. Опа. Все то же самое. Те же 8 кривых капроновых ниток. Вот классно будет, кстати, гармонично выглядеть вот с этими зелененькими. Это уже если для плетения подбирать, ну, прикольно смотрится. Так, нафиг. Вот. Такая расцветка есть у нескольких производителей. И про корт, я смотрю, сделали тоже. Очень даже, кстати, популярная. И вот она выглядит прикольно. Бывает паракорд намного хуже. Этот очень даже ничего. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Те же самые 8 кривых ниточек. Почему я так сильно заморачиваюсь на вот этих вот нитках? Вы скажете, кривые они, косые, какая разница? Скажу так, паракорд используется в среде выживания. Да? Все эти браслеты, вся эта ЕДЦ-культура, в первую очередь, это все-таки выживальческие прибамбасы. Иначе мы могли бы делать браслеты, ну, из чего угодно, из каких-нибудь веревок. Ну, раз мы останавливаемся на паракорде, соответственно, нам нужна спецификация паракорда, да, его стандарты. Вот. И если вы посмотрите на список применения паракорда, то в 70% этих пунктов по применению всегда идет тема, что вы снимаете оплетку и достаете капроновые нити, ловите на них рыбу, зашиваете раны, сушите что-то и прочее. То есть эти нитки капроновые, они активно используются. И, соответственно, вот в этом паракорде я вижу то, что их не 7, как обычно у остальных производителей, а на один больше. Вот, и они все кривые. Один такой, другой плотнее, третий вообще какой-то расхлябанный, а четвертый вот так вот. Ну и, соответственно, сказать о том, что смогу ли я таким кривым паракордом зашить рану или поймать рыбу, я не могу сказать, потому что надо пробовать. Ну и, соответственно, я бы, наверное, не стал рисковать, а взял бы паракорд какой-нибудь американский, чтобы быть в нем более уверенным. Есть вот такая вот олива. О! И вот тут, смотрите, берем оливу. Она не такая плотная, как этот корт, но нити ровные. Вот. Раз, два, три, четыре, восемь. Восемь нитей. И одна из них более толстая, нежели все остальные. Я не знаю, так задумал производитель или так получилось. Тут у нас... О, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тут у нас 12 капроновых нитей внутри, и производитель сказал, что один паракорд будет не 550-й маркировки, а 750-й. Ну, судя по количеству нитей внутри, я так понимаю, что это он и есть. Давайте подведем небольшой итог. Паракорд мы посмотрели, внутри рассмотрели, из чего он состоит. Посмотрели на оплетку, посмотрели на внутренние ниточки. По оплетке сразу скажу, то, что выглядит он хорошо, и плести, делать какие-то изделия из него можно только в путь, как бы. По цене стоит он вроде точно так же, как и купить, например, Guardian паракорд, или как купить американский паракорд на рынке, если погуглить какой-нибудь OLX или там Facebook на предмет того, кто завозит американский паракорд в Украину, то, в принципе, вы можете купить нормального американца по той же самой цене. Соответственно, в этом вопросе я, например,
ну, не буду пользоваться таким аккордом, потому что, с одной стороны, поддержать украинского производителя вроде как бы круто, да, но с другой стороны, мне хочется пользоваться тем параккордом, в котором я уверен, в котором не эксперименты внутри засунуты под оплетку, а все-таки нормальные качественные нить. Вот. И чтобы не быть голословным, Guardian, насколько мне известно, появился на рынке немножечко раньше. Вот. И Guardian в своих первых роликах, когда они только стали появляться, я такие ролики про них снимал, то что вау, это толсто, вау, это какой-то фу, блин, там Китай лучше, там еще что-то. То есть у меня есть такие ролики, но Guardian со временем, принимая во внимание наработки, отзывы плетунов, таких как я, отзывы производителей обмундирования военного, ну, короче, кучу, собирая всякие отзывы и учась на своих ошибках, они добились такого результата, как бы, то, что у них реально сейчас качественный, клевый паракорд, который я бы сравнивал, наверное, с Эльвудом американским. Вот, прокорд это тоже не какашечный паракорд, бывает намного хуже, но здесь, ну, как мне кажется, есть над чем работать. Все-таки меня смущают вот эти вот кривые ниточки внутри. И чтобы было с чем сравнить, я хочу показать вам, вот у меня есть катушечка Guardian Cord, с которым я работаю, в принципе, постоянно. Он, ну, давайте посмотрим сразу на ниточки, которые внутри. Посмотрите, насколько они ровные, миниатюрные, аккуратные, и их здесь всего 7 штук, и одна из нитей в цветах украинского флага, то есть то, что подчеркивает украинского производителя. Ну, вот такой паракорд для меня намного приятнее держать в руках. А на этом все, наш обзор закончен. С вами был Любомир Борода, спасибо вам большое за внимание. Вот, смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и прочую там вот эту вот херь. До новых встреч!